Вниманию водителей, которые хотят приобрести для своего автомобиля номера с самыми привлекательными и едиными буквами. Теперь цены на красивые номера не будут прежними. Они выросли значительно. Знают ли об этом водители? Сколько готовы потратить на номера казахстанские водители? Согласно статистике, в 2023 году владельцы автомашин потратили на номера более 10 миллиардов тенге. Стоит отметить, что в Казахстане средства, полученные с продаж VIP-номеров, поступают в государственный бюджет. В стране вырос государственный налог на номера. Цена доходит до 1 миллиона тенге. С этого года цена на простые номера составит 10 337 тенге. Самая же низкая цена на такие номера, как 010, 020, 030, 040, 077 и 707, начинается от 210 444 тенге. Успели ли об этом услышать владельцы железных коней? Вы бы купили VIP-номер для своего автомобиля за 1 миллион тенге? С этим вопросом мы обратились к горожанам. Лично я не одобряю VIP-номера. Я за рулем уже 50 лет и беру номера, которые мне выпадают. Номер ведь украшает машину, с другой стороны, и тебе самому нравится. Сам я покупал номер 070 за 196 тысяч тенге. Сейчас он подорожал до 210 тысяч. В будущем, если будет возможность, почему бы и не купить? VIP-номер же хорошо, я бы купил. Сейчас, если захочешь купить хороший номер, надо за все заплатить. Я пошел, у меня спросили, какой номер выбираю. Все видно в компьютере, я выбрал, и мне выдали номер. Номера, состоящие из единых цифр и букв, подорожали в два раза. Точнее, на 420 888 тенге. А за такие VIP-номера, как 100, 111, 200, 222, 300, 333, придется заплатить налог в размере 505 800. 104 тенге. А если захотите эти номера дополнить едиными буквами, это будет стоить 716 248 тенге. В стране номера 001, 002, 003, 777 считаются самыми дорогими. Стоимость таких номеров 1 миллион 52 220 тенге. В сравнении с прошлым годом цены на номера с высоким спросом выросли в соответствии с месячным расчетным показателем. На самые востребованные номера 2023 года от 0,10 до 0,90 цена выросла со 196 тысяч до 210 440 4 тенге. В соответствии с категорией регистрации востребованных номеров и растет их цена. По этим категориям у нас есть закрепленные нормы, и в соответствии с этой суммой государству поступают налоги. Опираясь на статистику, можно отметить, что самое большое количество VIP-номеров покупают в таких городах, как Алматы, Астана и Шымкент, а регион с наименьшим спросом на VIP-номера – СКО. А по проведенному опросу среди жамбылцев востребованными номерами больше всего интересуется молодежь, а старшее поколение в основном берут номера, которые им выпадают. Айгуль Тлиулина, Нуркадыр Умархан, Адильжан Сайлаубек, Алимжан Акпаев, 77 News.